Если кому-то непонятно, как можно заработать на игре Hamster Combat, я сейчас вкратце постараюсь объяснить. Была тоже такая подобная игра, но там, значит, развивалась монета NotCoin. И вот я тоже так сидел, допустим, там играл-играл и наиграл там приблизительно 1500 евро, да, за буквально там пару месяцев, не помню, за то ли за 1 месяц, то есть. Вот, поэтому если данная монета выйдет тоже на IPO и будет торговаться на бирже, то вы получите реальные деньги. Деньги все просто, то есть в Телеграме создаете кошелек, вот, и на Телеграм переводится, потом в итоге засчитываются вот эти тон монеты. Так вот, здесь все очень просто, в принципе. Если тыкать одним пальцем, то у вас получается вот одна, ну, так сказать, монета, да, там одна или две или три, у меня 8 монет, допустим, генерируется. Если сложить 2, 3, 4 пальца в руки, допустим, и прям вот тыкать на экран, то можно таким образом быстрее, да, допустим, майнить. Ну вот, далее. Это вот если в главном разделе, да, вот. Далее, если перейти в раздел Mine, то есть майнинг, вот, как набираете какие-то монеты, покупаете, допустим, себе вот эти, ну, как они называются, там, фишки вот эти покупаете, вот. И здесь у вас вот в правом верхнем углу повышается прибыль. То есть, если вы ничего не делаете, автоматически он майнит эти монеты, да, какое-то определенное количество. Вот у меня в час, допустим, робот майнит там 12 000, там 230 монет, да. Вот. И, допустим, если я там хочу, я вот могу сейчас купить, например, вот это данное там. Прибыль в час, вот тут написано, 40 там монет, допустим. Если я сейчас заплачу 551 монет там своих этих денег, вот у меня сейчас там 7800, вот я 550 там покупаю. Видите, у меня осталось 7300 монет, и здесь у меня прибыль в час просто добавилась, и все. Ну и таким образом здесь все очень просто, да, как игра. Вот, PR Team, Legal Specials, здесь тоже покупаете, вот. Короче, тут не нужно быть особо одаренным человеком, просто ерунда какая-то. Как в детстве в Тетрис играли, только здесь реальные деньги можно заработать. Если, еще раз повторюсь, если проект, конечно, выйдет на IPO, то это можно превратить все в реальные деньги, да, то есть вот. И когда я в NotCoin там игрался, где-то там выставлял, тоже зазывал, говорю, давайте подписывайтесь, что там. А вот, то смеялись надо мной, вот. Ну, когда реальные деньги выводишь на кошелек, то смеюсь последним я в итоге, вот. Так что, ну, пробуйте, да, не обязательно по реферальной ссылке, просто если по реферальной подпишетесь, то получается, вы получаете еще дополнительно там монеты просто так, да. Вот, если не периферально, вот. А так тут ничего сложного нет, пригласить друга, вон, получить там монеты. Вот, здесь можно по ежедневной программе получать какое-то количество монет. И, допустим, если 10 дней подряд заходить, то на 10-й день вот 5 миллионов монет дают, да. Вот, то есть вот эти монеты, вы не думаете, что это там 5 миллионов евро будет или еще что-то. То есть там в зависимости от того, как монета будет торговаться, то есть там, я не знаю, 1 миллион монет, возможно, это будет там 1 доллар, или там 1 миллион монет, это будет там в каком-то образе там 10 долларов в итоге, а может быть 100 баксов, то есть вот, то есть там можно, ну, реальные бабки на воздухе просто натыкать, вот, поэтому как бы смех смехом, а, знаете, смеется, в принципе, тот, кто умеет из воздуха делать деньги, вот, поэтому посмотрите, тут ничего трудного нет, вот. Тут подключить можно свой кошелек, тон кошелек. Если кто не знает, как подключить, просто зайдите в Google. Это детский сад. Я никогда не связан был там с криптой. Это вообще просто в Телеграме подключить кошелек. Это детский сад. Вот. И из Телеграма вы просто выводите деньги на банковскую карту, на Visa карту и все. И никаких вопросов. Так что вот давайте всем хомячьего настроения. Пока.